Всем здорова, народ, с вами Алекс Диего, игра Curse of the Dead God. Это новый рогалик, который вышел буквально не так давно, 3 марта. Плюс ко всему, я давно своим достопочтенным лицом не отсвечивал на канале. И это первый запуск игры. Будем смотреть, и радоваться и наслаждаться. Тут нам говорят, что игра еще в раннем доступе. Спасибо за то, что мы такие молодцы. Мы такие, хо-о-о, ясен перец, мы молодцы. Так, играть я буду клава-мышь, не джойстиком. Посмотрим, что тут еще за история есть. Или есть ли тут она вообще. Тут картинка шикарная. Как я смотрел по описанию игры. На странице в Стиме, там очень сочная графика. Так, мы зашли в какую-то пещеру, пирамиду, либо какой-то такой храм божий, блин. И вход за нами, естественно, закрывается, мы... Так-то не сказать, что он настолько далеко продвинулся. Так, а вот и мы. Поджигает горючие объекты. Окей. И один и будет факел, да? Вот он я. Такое ощущение, что я из мертвых восстал, особенно по моей правой руке. Но картинка и правда сочная. Так, на это атаковать, это уворачиваться. У нас 5 уворотов. Это контратака, наверное. Ну хорошо, разберемся, нас, думаю, будет обучать. Все-таки. Как-никак. Так. Ну, это у нас, видимо, какие-то инковские залежи. Что тут есть? Ход направо, ход налево. Везде облом и обрыв. Ну да, это не инковские, а майя. Значит, мы... Если судить по нашему внешнему виду оружия, то, скорее всего, испанский колонизатор. Давай, ищи монетку, становись бессмертным, блин. Пираты Карибского моря начало. Так, ну естественно, какую-то хрень мы потрогали. И нас сейчас туда затянет, да? А. Это наша секция карты. Что? Это тебе... Темнейшее подземелье. Это шпиль. Это шпиль. Рогалик шпиль, блин. Интересно, что это такое? Что это? Что это? Тут, наверное, босс какой-то. Пойдем. Вот так. Побольше всего потрогаем. А, мы выбрали себе путь, какой пойдем. То есть путь выбирается единоразово, единожды временно, скажем так. Интересно. Чем у нас игра будет? Это, кстати, ранний доступ. Я уже говорил об этом в начале. Все это видели. У меня еще есть... Ага. Могу задерживать. Ага, выстрелов столько, сколько у воротов. Зажатый удар, это понятно. Так, я вижу кого-то. Так, минус один. Окей, мне... О, вот. Ягуара. 5. Ага. Бьет огнем. Поджигать я им... Чё не могу. Так, немножко. Сутнулись.
Кем не бывает. Во-первых, я только разбираюсь в игре, так что немножко суицида. А, вижу чьи-то ноги. Ноги, руки. Значит, вы его съели! О, горит. Так. Неплохо. А, у меня кончились... Ух, он еще стреляется. Эй, пощель вон. В принципе, да, вот этот молот Ягуара неплох. Подсветку включили. Так, я вижу... дыру в стене. Так, что? А как понять, что из этого взрывается, а что просто горит? Там ничего нету? Нет, ладно. Но игра, в принципе, пока интересная. Есть какая-то вот фиолетовая эссенция. Так, это большая комната. Шоу. Прочь. Ай, ай-яй-яй-яй-яй. И... раз, два, три. Разобрались. Так, на жизни у меня выполните серию приемов ближнего боя, чтобы запустить решающий удар. А, да? А, раз, два, три. Понятно. Сделал три раза. Я выполнил начальное обучение. Так, окей. А, эти тоже расходуют удары. Меч не расходует, а это здоровое расходует, потому что тяжелое. Понятно. Это имеет смысл. Так. Собрали какое-то проклятие непонятное, опять себе в руку. Ну что, свет горит, стен вроде потресканных я не вижу. Особенно вот эти стены, если есть секретки в них, как вообще их различить? Смотрите, свет. Видели такое чудо раньше? Опс. Ой, а-а-а. Ты свет сломал вам. Плюс 10 к основному урону от луков. У меня нет луков, в принципе. Разве пусть будет луков, блин. О, они сагрились. Так, восстанавливаются заряды. А, промазал. Ох. Так, это бомба, понял. Теперь я знаю, как они выглядят. Погодите-ка. А, есть проход, отлично. А тут просто закрыто. Землей насыпано. Понятно, тут нас... мы себе жизнь упрощаем просто немножко. Надо быть более аккуратным. Даже так я могу делать.
А, ну я мог прийти типа с нескольких мест. Любопытно. Попал! Кажется, пакостный череп. Так, смотрите, тут есть свет. А будет свет! Хорошая размашка. Мне нравится. Приятное оружие. Так, ну вроде больше ничего такого здесь не видим. Так, что ты такое? Макс ХП, 10 к урону. А, есть типа комбинированное. За 750 и 40. У меня денег 840. Жертвовать. Можно кровью, можно золотом. Пусть будет так. А? Какие древние боги алочные были. Вот прям жесть какая. Так, тут у нас вопрос вопросный. Что бы это могло значить? Просто мечом это делать намного удобнее. Он не тратит энергию, плюс машется быстро, нежели кувалдой. Ага. Видно? Че? Пали на меня. О, что это такое? Тут, видимо, и оружки много всякое, раз различные эффекты имеются. А. Это еще не все. Интересно. Ау. Каждое зажатое убийство снимает одно единство разложения. Понятно. 15% к урону по ослабевшим врагам. Такие, в общем, бонусы тут дополнительные, видимо, да, на вопросительные знаки попались, которые можно, в принципе, и так выбить. Но тут их в большем количестве, нежели или бы ты не было еще. Так, ну пойдем к тотему. Что это такое? Мне интересно теперь узнать. О! Мир теней. Глазу так легко обмануться тени, только свет покажет, где истина. Обычно враги маскируются, оказываясь в тенях. Маскировку с врагов можно снять, посветив или напав на них. Вот оно чё! Игра будет усложнена. А в чем прикол? Кто такой, блин? Что тебе надо? Кто ты такой? Как у новый враг появился? Мне очень приятно. Так, я могу еще подсвечивать паутиной, да? То есть тут какие-то зомби-каннибалы живут в пирамиде Майя, в которой я попал по глупости своей.
Ну хоть и стен не стреляют. Так, нормально. Вроде бы живем. Такие луки интересные. Нет у нас пути обратного. Пойдем, я покажу, да? Что это? Я там что ударил? Что-то непонятное. Эй, глаз. Ты кто такой? Оу! Сколько? Блин. Отлично. Я, правда, чуть не помер. Что это такое? А, древний молот. Так, древний молот плюс богов. А, ну то же самое, только поджигает. Не. Поджигает круче. Так, не посмотри, поджигать круче. Чё ни одна не выстрелила? Кстати, я скоро помру. Наверное. Тотем. Чё хочешь, тотем? А, тотем это магазин, наверное. Магазин. О, ещё есть освоение оружия. Кольцо пытки. Убийство врага с помощью окружения восстановит 2% максимального здоровья. А если я пожертвую кровью, то что будет? Я понял, как я... Тьфу, блин, я думал, пожертвовать кровью значит избавиться от крови, а не прибавить крови. Игра. Так, ну я хочу еще посмотреть, что за сложности там. Сложности. Так, видите, да, там, где в эту сторону? Там, вот там, а, где-то за мной, хрен с ним. Кровь у меня, в общем. Кровь. И пожертвовав кровь, я убрал, добавил себе кровь. Странно, не надо. Так. Ага, это арена. Он по мне попал. Минус. Минус один. У-у-у. Минус еще один. Отлично. Ага, типа чем быстрее его убью, тем больше золота я получу. Миленько. О, а это, наверное, похилиться можно? Ну-ка, игра, скажи, что мне можно похилиться, я буду счастлив. У меня факел не горит. О, ага, похилился. Что это за похилка такая? Сторонняя, как бы. Я похилился, и кровь у меня прибавилась. Так, следующее. За деньгами или к тотемам? И... К тотемам. А, еще плюс 20 крови. Чаешь. Удел губца. Чем больше живая душа, тем менее она становится. Не, менее. А если уж красть у могучих древних, все будет еще хуже. Снуки с золотом при открытии. Бывает порчу, снуков с золотом. Такое себе проклятие. Еще ни одного СПК не увидел.
что с вами делать? А, это кровь не повышает. Отлично, с этим разобрались. Здесь? А, вот это сундуки. Не, спасибо тогда. Я не голодный. Я и так скоро умру. Замануха. Замануха! Слова ягуара. Видели, что тут светло? Ай, я умер. Это первая смерть. Да что ты будешь делать? Прогресс 67%. Время игры 17 минут. И у меня вот эта хмырь. Что дальше? Как нас оживят? А, просто появился здесь, да? О! Еще есть VIP. Божественная милость. Каждая милость позволяет изменить выбор предметов на алтаре оружия и реликвии. Надо черепа. Надо 15, то 10. Могу с собой носить только 3, да? Теперь дает. Каждый раз, когда враг загорается, он с вероятностью 15% недолго получает ослабление. Атакуя, вы получаете на 50% меньше урона, и он не прерывает вашу атаку. Угу. Всякая фигня. Тут у нас, видимо, еще пока ничего не появилось. Ну что, народ? Пока что это интересно, я буду записывать еще ролики. Если вам понравилась игра Curse of Dead God, то не забудьте подписаться на мой YouTube канал. Будем продолжать ее проходить. С вами был Алекс Диего, я желаю вам всего скорого и удачи. Пока-пока!